Всем привет! Портавикру предлагает вашему вниманию видеообзор телефона Nokia 3110. Кто-то скажет, что модель старая, а возразим, классическая. А классика всегда актуальна. Итак, мы имеем классический телефон той самой формы, что прославила Nokia. Качество сборки финских моделей всегда было на высоте, за что их многие полюбили. Но вот с материалом изготовления, конечно, не очень. Тут с лицевой стороны сплошной глянец, а с тыльной — софт-тач. Чемпионат по маркости покрытий, честное слово. Дисплей небольшой, всего 128 на 160 пикселей. Отображает до 262 тысяч цветов. Сколько ни смотрим на телефоны, понимаем, что дизайн их по большому счету не менялся уже много лет. Менялся он лишь в мелочах. Вот и здесь имеем классический блок управления. Кнопки удобные, большие, даже моими крупными пальцами их нажимать легко. Минимализм, как известно, зародился по необходимости. Вот и на Nokia 3110 все налицо и ничего лишнего. На левой грани ИК-порт, на правой сдвоенные клавиши регулировки громкости. Сверху традиционно для Nokia кнопка включения и выключения. Зато размерами она с клавишу запуска ракет с ядерными боеголовками. Классика сначала диктует требования времени, потом сама под них подстраивается. Нижняя грань аппарата Nokia 3110 несет универсальный разъем мини-USB, гнездо для подключения зарядного устройства и фирменный разъем для гарнитуры. А вообще он звонит и пишет смс, ну что еще нужно от телефона? Сзади традиционно находится камера. Она простая, имеет разрешение в 1,3 мегапикселя, ни вспышки, ни автофокуса. Но придумывалось это еще в то время, когда люди привыкли фотографировать на такие специальные устройства, они назывались фотоаппараты. Все-таки время диктует свои условия. Здесь установлена батарея с увеличенным сроком службы. Компания-производитель заявляет, что в режиме ожидания батарейка протянет 16 дней. Вот некоторые телефоны чаще меняют, чем эта Nokia разряжается. Из коммуникационных возможностей стоит отметить лишь Bluetooth. Есть MP3-плеер и FM-радио. Комплектация, скажем, тоже небогатая. Всего лишь моногарнитура, зарядник и руководство пользователя. Подытожим, классический телефон во всей своей красе. Ну, конечно, по нынешним меркам функциональность у него слабенькая. Но и по душе он придется не тем, кто гонится за самыми последними новинками, а за сторонниками того, что проверено временем. И этим же самым временем отшлифовано. Как, к примеру, в машинах Ford Mustang. Стильно, надежно и все работает.